когда война началась, мне было 4 годика. Вот. Ну, эвакуировать, значит, успели полсела, а полсела осталось. Вот таким вот образом и осталось. А эту территорию заняли эти войска немецкие. Мы находились в партизанском отряде. В партизанском отряде, конечно, долго содержать не было возможности. Мы в течение года там были. Но потом вынуждены были в оккупированную зону вернуться. При выходе в оккупированную зону кто-то все же выдал, что мы партизанская семья. Нас повезли на поезде в теплушках. Ну, то есть на север, потому что через Ровно и в Польшу. Довезли до Кенигсберга, ехали долго. Конечно, народу очень много пропало. Ну, кого это самое во время обстрела убили, бомбежки, кто от холода умер. Стали эти хозяева, так называемые бюргеры, людей отсюда брать, чтобы там у них помогали. Нашу семью взял фермер к себе на работу. Ну, за счет этого, собственно, выжили. Были мы там до 44-го года. Вот где-то в апреле месяце, ну, когда освободили Кенигсберг, мы, значит, решили вернуться к себе на родину. То есть родина моя, Брянская область. Когда мать вернулась, уже тут, это самое, соответственно, у нас полная семья образовалась. В смысле, мать и 4 брата. В декабре, феврале нас опять перебросили. И уже перебросили, значит, за Берлин. Вот. И оттуда, там как раз и это, ну, пришли советские войска.